За статистикою, порушенням слуху страждає кожна дев'ята людина. Більше тисячі одеситів мають серйозні вади зору. В Одеській рокадемії відбулась зустріч народного депутата України Сергія Ківалова з представниками громадських організацій «Товариство сліпих в Одесі» і «Товариство глухих», які спільно налічують понад 3,5 тисячі людей. Для особливих гостей підготували святковий концерт і, головне, обговорили надання соціальної допомоги. Ми посмотрели данные Всемирной организации здравоохранения, что к 2020 году на 30% увеличится количество людей, которые плохо слышат и плохо видят. И вы знаете, это беда. Нужно здесь сегодня поднимать вопрос, и мы этим занимаемся, профилактикой. Но вот в Национальном университете юридическая академия есть студенты, которые действительно слабо видят, плохо слышат, и они у нас учатся, и они получают образование. Я вот посмотрел, особенно в последнее время, на психологии они учатся, на политологии, не говоря уже о юриспруденции. И все они учатся за счет бюджета государства. Мы особое внимание уделяем этой категории граждан, потому что это беда, и надо ее чувствовать всегда. И мы делаем все, и сделаем все для того, чтобы разрешить эту серьезную проблему, чтобы вот эта категория граждан, ну, имела определенные льготы. Сергій Ківалов направив прем'єр-міністру депутатський запит щодо забезпечення дорослих і дітей з глибокою втратою слуху кохлеарними імплантами та забезпеченням коштами у вигляді субвенції місцевим бюджетом на заходи слухопротезування і реабілітацію дітей і дорослих з вадами слуху. Ми представители очень, я считаю, особых организаций, это общество слепых и общество глухих. Мы обязательно будем поддерживать на выборах только этого кандидата. Мы, Сергей Васильевич Ківалов, это человек сначала дело, а потом слово. То есть он сначала что-то делает, а потом об этом говорит, и то не всегда говорит. Вот мы находимся в здании шикарной академии, которая закончила, я думаю, что не ошибусь, если скажу, больше сотни инвалидов по зрению. Здесь учатся люди с другими инвалидностями. Здесь созданы абсолютно комфортные условия для учебы, для работы в библиотеке. Здесь соблюдены все стандарты доступности, то есть и пандусы, и ограждающие какие-то моменты. Потому что Сергей Васильевич Ківалов очень много времени уделяет проблемам людей с ограниченными возможностями. Вот мы сегодня с ним, когда встречались, меня что поразило, сразу после приветствия он поднял вопрос о том, что вот он собирается помочь женщине, у которой ребенок нуждается в протезировании органов слуха. Для того, щоб допомогти незрячим відчути себе такими членами суспільства, в Одесі пройшов велозабіг «Бачу, можу, допоможу» у цьому році за підтримки народного депутата Сергія Ківалова. Всі люди, стоящие на учете в нашей организации в Приволжском районе, отзываются очень положительно, с восторгом всегда о Сергее Васильевиче, потому что многие из них здесь закончили юридическую академию, здесь учились, здесь проживали, многие в общежитии проживали. Поэтому он человек очень открытый. Мы видим конкретно его дела. И самое главное, что ценим мы, люди с инвалидностью по зрению. И не только по зрению. То, что благодаря тем знаниям, которые люди получили здесь, они сумели состояться как люди, как профессионалы. Они сумели благодаря этому получить профессию, создать семью, ну и дальше развиваться. То есть жить полноценным членом общества, в котором мы сегодня живем. Поэтому, Сергею Васильевичу, огромное, колоссальное спасибо. В Одеській юридичній академії створені всі умови для людей з обмеженими можливостями. Крім того, зроблено все можливе для того, щоб студенти могли займатися фізкультурою і спортом. В Одеській юридичній академії ми, інваліди, поступаємо, ми отримуємо хороше образування. Тут створені всі умови, щоб інваліди, люди з ограниченими можливостями, могли отримати достойне образування, достойне кваліфікований рівень знань. Я не первый, кто поступил сюда благодаря общественной программе. До меня поступали тоже люди, и незрячие, и плоховидящие люди. И они сейчас, они очень рады тому, что они здесь обучались. Більше 10 років за ініціативою Сергія Ківалова діє програма соціальної адаптації для дітей-сиріт та дітей з особливими потребами здоров'я. Крім того, особливо затребуваний соціальний проект про забезпечення окулярами жителів Приморського району з проблемами зору.